Привет, ребята! Сегодня мы будем рисовать ангела. Для этого нам надо взять альбомный лист, гуашь, кисточки и карандаш. Итак, рисуем сначала набросок. В нижней части листа рисуем дома. Ангел будет пролетать над ночным городом. А в верхней части рисуем крупно, прямо на весь лист ангела. Сначала голову, овальчик. Потом длинную рубашку, руки. Все рисуем достаточно схематично, потому что мы будем рисовать гуашью и все закрасится. Поэтому рисуем только основные части. Начинаем рисовать фон. Берем толстую кисточку, синюю фиолетовую краску и начинаем закрашивать все вокруг ангела, кроме домов и самой фигурки ангела. Далее смешиваем голубой цвет и раскрашиваем рубашку. Волосы рисуем желтым цветом, длинные развивающиеся волосы. У меня в наборе гуаши есть серебряная краска, поэтому крыло я рисую серебряным цветом. Если нет, то очень красиво получается крыло желтого цвета, как будто золотое. Поэтому выбираем цвет и раскрашиваем. Далее, когда волосы подсохли, желтый цвет, можно тоненькой кисточкой прорисовать светло-коричневым цветом прядки. На рубашке можно прорисовать складки светло-голубым цветом. Добавляем в ночное небо звездочки. Они могут быть желтые, золотые или белые.